Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в городе Мариуполь, а также руководствуясь чисто гуманными принципами, сегодня, 19 апреля 2022 года, в соответствии с ранее принятым решением, с 14 часов по московскому времени вооруженные силы... Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе из очага сопротивления. Но понимая, что таких распоряжений и команд от киевских властей командиры украинских подразделений могут не получить, призываем их самостоятельно принять такое решение и сложить оружие. Особо хотел бы подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи.